Они видят мир через объектив фотоаппарата. В доме журналиста открылась выставка, посвященная 75-летию победы в Курской битве. На ней представлены работы наших земляков, известных фотокорреспондентов, а также молодых авторов. Живая история в лицах. Здесь главные герои – ветераны. Проникновенный снимок. Тут все ясно без слов. Кажется, зрители сами прикоснулись к теплому граниту. А эта триумфальная арка утопает в людском море. И снова эмоции переполняют. Пожилая женщина склонилась над могилой героев. Немой и кричащий кадр одновременно. С одним снимком, вот там, где бабушка сфотографирована, получилось так, что моя жена, она ее узнала. Она живет где-то у нас в районе Наволокно. И она к ней подошла, и потом даже сходила, я ей фотографии сделала, отнесла ей домой эти фотографии. Вот так вот получилось, мы пересеклись. Брутальный круг мужчин-участников разбавила хрупкая девушка. У Ирины Смоленской женский взгляд на войну. У меня самой дедушка, ветеран Великой Отечественной, к сожалению, его уже нет в живых. И вот ежегодно мы ходили на 9 мая, и сейчас я с большим трепетом пересматриваю эти фотографии.